Девушка, откройте дверь, пожалуйста. Ну все, тогда будем так отрезать без вас. Время платить по счетам. Сотрудники «Газпром», «Межрегионгаз», «Пермь» совместно с судебными приставами вновь вышли в рейд по взысканию задолженности за газ. В центре внимания Дзержинский и Кировский районы. Здесь число должников исчисляется на тысячи. Речь идет даже не о сотнях, а о миллионах рублей. Задолженность уже составляет более 2 месяцев, даже тут, в принципе, более 1 года. Мы пытаемся проникнуть на территорию для того, чтобы приостановить подачу газа. Сумма задолженности этого дома более 30 тысяч рублей, но на территорию не так просто попасть. При появлении на пороге сотрудников «Газпром», «Межрегионгаз», «Пермь» и судебных приставов неплательщики, можно сказать, просто замирают. Делают вид, что дома никого нет и якобы спрашивать не с кого, но тем не менее наказание никому не избежать. Схема взыскания очень проста. У должника образовывается задолженность, после чего взыскатель обращается в суд. И в судебном порядке выносится судебное решение о взыскании определенной задолженности либо за какой-то период, либо по настоящему. Время, после чего данный исполнительный документ направляется в службу судебных приставов. При возбуждении исполнительного документа должнику дается 5 дней для добровольной оплаты. Но, к сожалению, чаще всего эти 5 дней нарушителям просто не нужны. Для них закон не писан. Бывало даже такое, что помимо добрых слов, в кавычках, еще и собак спускают. К примеру, этот дворец очень активно потребляет газ. Сумма долга уже около 300 тысяч рублей. Дверь во двор открыта, но встречает совсем не собственник. Но даже на таких нарушителей есть своя управа. Для хозяина такие действия, как травля собакой, наказуемы. За угрозу жизни и здоровья сотрудников при исполнении нарушитель привлекается к административной ответственности. На сегодняшний день задолженность по моему участку более 5 миллионов. Исключали должников газопровод под сварку, устанавливали заглушку и обваривали. После такой процедуры вернуть самовольно газ в дом не получится. Заваренная труба находится под большим давлением. При малейшем контакте с ней все может закончиться трагически. Всего за 2015 год от газоснабжения уже отключены более 1500 абонентов. На сегодня в работе у судебных приставов находится практически 3000 исполнительных листов на сумму более 20 миллионов рублей. Сотрудники «Газпром» и «Межрегионгаз» Пермь убедительно просят отнестись к долгу со всей серьезностью и не портить жизнь ни себе, ни близким. Станислав Шубин, Татьяна Александрова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».